Сегодня днем на Молдаванке пожарные тушили заброшенное здание на улице Степовой. Загорелся мусор, который скопился за долгое время, что не использовалось помещение. Оперативные действия спасателей не позволили огню перекинуться на соседний дом. Его жители не пострадали. Возгорание было ликвидировано за считанные минуты. Местные жители говорят, что заброшку активно использовали так называемые закладчики. Там они оставляли наркотики для своих клиентов.